Ну что, дорогие друзья, продолжаем играть с вами в игру Кунай. Наконец-то мы ушли с этой чертовой жары. Я чуть не отключился из-за перегрева процессора. Ясно? Но он сам виноват, я говорил ему не разгоняться. Не разгоняйся, ладушки? Окей, бро, постараюсь не разгоняться. Так, ну что, куда пойдем? Давай, наверное, сюда прогуляемся. Так, глянем на карту. Угу. Здесь мы с вами не были. Мы здесь с вами не были как раз. Опа, не топырь. Давай-ка я его подобью. Шикарно. Ну что же, нас ждут великие дела. Так, это я куда, интересно, иду? Хм. Погибший город. Так, ну у нас сюрикен есть, поэтому я могу себе позволить открыть любые двери. Так, куда бы нам пойти? Оу, наверху еще очень много чего не открыто у нас, оказывается. Ты посмотри. Ну, в квантовый лес я не пойду. Вот фабрика с призраками. Туда, наверное, прогуляться можно. Даже нужно. Опачки. Маленькие мониторы зомби здесь у нас находятся. Естественно, мы их быстренько с вами щелкаем. Как говорится, на раз-два. И продолжаем наш путь. Опа, а это у нас... Да-да-да-да-да, это камикадзе был. С ним лучше не шутить. По крайней мере, когда ты его бомбишь, лучше рядом не стоять. У него очень большой урон. Вот этих я обожаю бомбить. Они легенькие, при этом они дают еще по одной монетке. Не так уж много, но с монетки по миру. И, как говорится, набав себе накопишь. Так, что дальше у нас тут? Ну, пока вроде бы все нормально. Довольно легко. Противников нету. Самое удивительное, таких серьезных, да? Я, грубо говоря, иду на расслабоне. И никто нам почему-то не попадается. Так, я уж думал, там, может, какая-нибудь секреточка будет. Нет, там никакой секретки не было. Мы с вами все выше и выше. Ага, опять камикадзе. Так, тихо. Не успел, друзья. Ну, вы видите, да? Почти пол хп отнимает от взрыва этот тахламон камикадзе. Ага, здесь ничего нету. Так, нормуль. Опачки, маленький мониторчик. Вражина. Так, их тут двое. Не тут-то было, родной. Кстати, пули можно отбивать именно катаной нашей. То есть они отражаются. Но это нужно еще успеть сделать так. Опа, наверху корешок стоит. Ха. Ого, а ты стал куда мощнее, чем когда мы виделись в прошлый раз. Откуда у тебя эти сюрикены? Их энергия, она может оживить старые служебные двери на фабрике с призраками. Так, это подсказка сейчас была, да, для меня? Фабрика с призраками внизу. Наверху, кстати, тоже есть, ребят, какой-то проход. Где я, кстати, еще не был. Я думаю, что надо... Ага. Камни. Эти камни я не могу уничтожить, друзья мои. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы их пробить. Но они довольно часто мне встречаются. Как бы, ладно, может быть, дальше что-то у нас изменится. Ну, а сейчас идем с вами на фабрику с призраками. Раз мы можем с вами открывать определенные двери, я думаю, что нам это пригодится именно здесь. Тишина, это, видимо, как бы переход. Фабрика с призраками. Угу. Мы можем наверх, потом пойти направо. Наверх и направо. Слушай, ну тут много тоже вариантов у нас. Ой-ой-ой-ой, я думал, что он меня не заденет. Но я ошибся. Монет у нас всего лишь 313. Этого мало для отличного бафа. Так, двери мы эти открываем. И смотрим. Так. Да ё-моё, ящик этот. Охо. Так, это кто у нас такой? Что он делает? Что он делает? О, он взрывается, ребят, смотри. Да блин. Нифига себе. Он появляется передо мной и начинает делать взрыв. А этот взрыв отнимает очень много хп. А это еще что за хламон внизу? Так, подожди-ка. Вау. Так, ну с этим справились мы. Погнали дальше.
Так, здесь у нас, значит, приколы всякие, да? Прессы и тому подобное. Надо быть аккуратнее, друзья мои, впредь. Так. О, сохраночка. Обожаю сохраночки. Теперь можно немножко расслабиться, по крайней мере, в ближайшие 5 километров. Опа-на. Так, здорово, ребят. Что бы ты ни пробовал, через эту дверь никак не пробиться. Как еще нам добраться до этого механоида? Может быть, где-то в глубине фабрики есть переключатель? Но смех меня пугает. Может быть, вы посмотрите? Хм. Доступ к видеозаписям. Ого, это что такое, друзья мои? Это, видимо, очередной босс, что ли? Да ё-моё, зачем мне доступ к видеозаписям? Я хотел поговорить с маленьким компьютером. Но меня почему-то сюда все отправляет. А ну-ка. Так, я пройти не могу, да? Пройти не могу, ребята, там заблокированы ворота. То есть мне где-то нужно, видимо, найти переключатель, чтобы они открылись. Ну что же, пойдем тогда искать с вами тот самый переключатель. В общем, наша основная задача — открыть эту дверь, чтобы эти войска туда пробрались, да? Ё-моё, начинается, короче. Ну вот, вопросительный знак как раз находится там, где нам нужно открыть двери. Так, тихонько, главное, не спешим, друзья. Я думаю, что этот пресс меня на разок убьет. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Все равно задел, да? Паршивец этакий. А это что еще такое? Вы видели? Тут какая-то ерунда летала. Странная очень. Так, поднимемся, наверное, наверх. Посмотрим. Во-во-во-во-во, смотри-ка, смотри-ка, не понял. Вау, лазером бомбят. Слушай, я не могу даже к ним подойти. Опа, секреточка. Ха, пока с ними дрался, секрет нашел. И что тут у нас? Вау, новая шапка. А ну-ка. О, теперь я тоже стал мониторчиком. Хе-хе-хе. Так, эти улетели, да? Слушай, новые у нас тут появляются монстры, с которыми я пока даже не могу понять, как драться. Вот он летает. Летает, надеюсь, он меня не увидит. О, сохраняшка. Спасательный глоток, как говорится, свежего маслица. Ну что, друзья мои, наверное, нам... Так, у нас тут еще очень много, где мы не были, поэтому нужно потихоньку-потихоньку все это разведывать. Ага, вот этот охламон взрывается. Видите, у него на груди там часовой механизм какой-то. Ага, понял, я понял, друзья мои. Опа, нифига, тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не надо, отвали от меня, чудище. Да блин, зачем? А, здорово просто, что я могу сказать, друзья мои. В общем, тут надо его уничтожать. Мне кажется. А уничтожается он как? Если мы бросаем в него сюрикен, да, он в оглушение впадает. В этот момент, видимо, мы можем его бомбануть. Надо будет только лишь проверить мою теорию. Так, тихо. Тихо-тихо. А там еще внизу один, да? Надо их обмануть как-то. Блин! Горелый, тихо. Тихо-тихо, ребят, я вроде... Тут еще пресс пробивать надо. Так, давай перескакиваем. Так, вверху. Вы увидели? Вверху сундучок. То есть там... секретик. Офигеть, игруха становится уже серьезной, друзья мои. Так, что нам здесь выпадет? Ну, монетки. Я думал, какую-нибудь плюшку мне дадут. Не, ну монетки это тоже хорошо, потому что они нам нужны для, как говорится, для прокачки наших скиллов. Да, наверху мышке не повезло, ее разорвало сейчас. Опа. Что? Меня сейчас так... взорвалось, что я отлетел оттуда. Это была какая-то мина. Друзья мои, у меня очень мало здоровья. Я могу отдуплиться в любую секунду. Так, тихо. Внизу мина, да? Это ведь она взорвалась. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Без подстав. Вроде бы повезло мне. Опа, еще. Смотри-ка, здесь очень много ящиков. Так, еще какой-то кусочек мы... чего-то нашли.
Ага, кусок от сердца. Друзья, и оно восстанавливает мне здоровье сразу же. Так, здесь бесполезно, здесь ничего нету. Тупик. Так, мне не нравятся вот эти вот... А, можно вот так отвлекать. Бросив сюрикен. Тихо. Блин, все равно задело, ты прикинь? Она задевает, как ни крути. Слушай, а как мне интересно... А, понял, мне нужно как-то вниз спуститься. Ну, здесь же нет, по-моему, прохода вниз. Погоди-ка. А в чем тогда прикол? Там... Там есть проход секретный какой-то внизу. Но я не могу спуститься. Ладно, давай глянем, может быть, здесь где-то. Ага, вот, скорее всего, вот здесь вот. Ну-ка. Так, мы можем сходить сюда и туда. Не понял юмора. Неохота мне, честно говоря. А как? Дай-ка я, наверное, сюда все-таки сбегаю. Сохранялочка. Значит, получается, мне в любом случае нужно будет в левую сторону бежать. А там мины на элеваторе. Зашибись просто-напросто. И как я должен бежать, сломя голову, что ли, да? Перепрыгивать через них? Да это... Не знаю, друзья. Каким образом? А-а-а. Наверху кнопку я увидел. Слушайте, друзья, подождите секунду. Там наверху была кнопка. Сейчас попробуем бросить в нее сюрик. Посмотрим, что у нас произойдет. Что у нас произойдет? Мне просто очень интересно. Так, подожди, подожди, подожди. Блин, мне бы еще попасть туда. Ага, вот оно что. Вы поняли, да? Элеватор начинает двигаться в другую сторону, и мы можем между минами этими встать. Дальше что у нас тут? Ёпрсоты, как же я вот это не люблю, друзья мои. А нам это все пробежать нужно, чтобы спрыгнуть вниз. Приплыли. Ну что, попробуем, погнали. Так, что тут у нас? Ага, понял, понял. Тихо, тихо, тихо. Ладушки. Так, здесь, наверное, то же самое, да? Нужно успеть пробежать. Оу, ребята, я, по-моему, я в капкан попал. Ну, я не знал этого. Но, как вариант, остается только лишь вот здесь пробегать. Хорошо, отлично. Поднимаемся. Так, а дальше что? Сюда? Нет, не сюда. А, понял. Все, я понял, друзья. Сейчас увидите. Короче, она опускается, а вон там есть проходик прямо подо мной. Сейчас мы его с вами реализуем. Так, а далее, наверное, просто надо будет пробежать, да? Скорее всего, да. Вниз я не смогу попасть. Вот так. Ну что же, с этим делом вроде бы разобрались. Так, погоди-ка, что у нас? Секунду. А, они не опускаются до самого низа. Здесь, наверное, то же самое. Ну, в общем, можно бежать спокойненько. Опа, еще. Еще одна секреточка, друзья мои. Что? Вантус? Зачем мне Вантус и куда он? Здравствуйте, приплыли. На мой мониторчик приклеился Вантус, друзья мои. Вот так вот. Ну что же, давай тогда вниз прогуляемся, посмотрим. Это у меня новая шапка. Да-да, Вантус называется. Так, опа-опа-опа. Это кто такие? Что за ребята? Ну-ка, давай. Блин. Так, как вас бить-то, а? Я не могу понять, как вас уничтожать. Так, я могу их оглушить, бросив сюрикен. Но ненадолго. У меня очень мало здоровья. Блин, у меня еще сюрики заканчиваются. Ать. Да, ладно, первый блин комом. Ну, как я могу догадаться, их нужно оглушать, после этого бомбить. Но нужно сделать так, чтобы они были вместе. А они, видите, ходят порознь здесь. Так, предположим. Блин, все равно только одного, да? Ну. Так, минус один, ребята. Ну, с этим уже будет попроще нам. Ага, попроще. Что еще? Ага, вот они. Ну-ка, может быть, их также можно? Да, ребята. Бросаешь сюрикен, они оглушаются, и после этого только можно их поймать. Минус один. У меня здоровья очень мало. Фух, ну я пробил. И у нас ящик. Слушай, неплохо. 96 монеток мы с вами заработали. Вот это я понимаю. Так, друзья, поднимаемся с вами наверх. Поднимаемся наверх. Рычаг. У нас рычажок. Так, открылись две двери.
Ну, наверх мне не нужно. Вот, скорее всего, надо падать вниз. Там у нас выполнение. Я не знаю, может быть, этот рычаг уже и открывает двери. Кто его знает. Можно сюда зайти. Так, ну, с этим мне теперь понятно, как драться. Так что все хорошо должно быть. Блин. Короче, тут нужно делать так. Бросаешь сюрикен, бьешь. Бросаешь сюрикен, бьешь. Так, в этой комнатке я, друзья мои, не был. Опа-на. Этот путь вроде бы ведет обратно ко входу на фабрику. Дай знать, если найдете способ перебраться через разлом. То есть мне туда не нужно, я так понимаю, да, идти? Хотя там проход. Блин, он меня соблазняет, друзья мои. Чтобы я туда пошел. Но я вначале побегаю здесь. Ну, просто посмотрю, что тут у нас вообще есть. Так, давай, Таби, спускайся, не бойся. Так, ну тут пока вроде бы тихо. Так, ворота здесь закрыты. А здесь... Ай, блин. Как неудобно он там стоит, а, друзья. Как неудобно он стоит. Это придется мне... Не вышло, да, ни шиша. Блин, да что ж ты... Таби, ну давай. Вот, один раз я ударил его. Блин, ну что такое? Вот серьезно говорю. Очень неудобно, ребята, здесь прыгать. Вот, цепляться и прыгать. Есть. Уничтожил я этого хламона. Ну что, давай потихоньку будем смотреть, что у нас поджидает далее. Пока все тихо. Что такое? Где-то прессы. Хм, это я, получается, подниматься буду наверх. Слушай, а для чего мне это все нужно, а? Я пока, друзья, не пойму. Так, тут вроде тихо все, да? Оу, вот это подловили меня. Давай-ка без фокусов только сейчас, хорошо, Таби? Так, ждем, когда этот пресс упадет. А его не видно было, главное, да? Его не было видно. Он меня просто врасплох. Да ё-моё, я хотел цепануться. Они сюрикены. Так, ой. Да здравствуйте, приплыли. Не понос, так золотуха. Мне кажется, они чуть-чуть переборщили с этими прессами здесь. Хотя, в принципе, это же фабрика призраков. Поэтому здесь они не должны быть всякие прессы и тому подобное. Так, в общем, давай с тобой сосредоточимся. Так, нам нужно будет... Нам нужно будет очень быстро сейчас это все дело сделать. То есть переходим сюда, сюда и вот так вот. Нормуль. Так, здесь тупик. Здесь тупик. Ага, охламончик стоит. Так, слушай, ну вот их... А нет, мы можем оглушить. Я думал, что они не поддаются оглушению. Ладно, будем знать, что сюрикен все-таки на них тоже действует. Я вначале думал, что нифига подобного. Так, тихо, ты еще будешь тут на меня свой автоматик поднимать, вшивенький. Так, ну что, можно вниз, можно пойти влево. Кнопка. Шикарно. Мы открыли себе проход. О, сохраночка. Давай, давай сохранимся. Я люблю, когда у нас очень много точек сохранений. Потому что я могу себе много чего позволить здесь. Как говорится, и порисковать, и пошухерить. Наверх нам не нужно, мы там уже были, как вы поняли, да? Нам нужно вот сюда вниз, скорее всего. Что? Здравствуйте, еще и пилы циркулярные здесь. Блин. Черт, она еще и в обратную сторону, эта лента двигается. А это наоборот. Так, тихо. Задел все-таки. Тихо, тихо, тихо. Так, шипы. Блин. Да что ж такое-то, а? Ух, успел. Погоди, а, ну тут все хорошо. Тут все хорошо, слава богу. Здесь нельзя прыгать. Потому что иначе мы попадем на шипы. Так, охламон, уйди отсюда. Не нервируй меня, муля. Так, сейчас, ребята, я его накажу. Наказал, блин. Слушай, мне бы как-то подзарядиться бы энергией где-нибудь. Так, давай, уходи отсюда. Вниз. О, нет, 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 нет. Слушай, его нужно подбивать, друзья. Иначе он мне тут всю жизнь испортит. Все. Слушай, ну он не такой уж и сложный. Всего лишь два раза сюриками, да, в него. Тихо. И два раза своей катаночкой по нему звездануть, и он отдупляется. Так, что дальше? Да вы серьезно, что ли? Вы издеваетесь надо мной? Ты посмотри, что они тут придумали. Ну, слава богу, здесь нет элеваторной ленты, да, поэтому мы с вами здесь спокойно можем ходить. Нас никуда, как говорится, не тянет. Так, здесь надо аккуратненько. Блин, вот так вот, ребята. Вот вам
и аркадушка с платформером вместе. Ладно, переходим сюда. Ага, понял. Вот так вот, да? Я думал, что они уйдут, ну, скроются. Тихо, ну, да хорош. Блин, друзья мои, ну вот это вот подстава называется. Тут-то что? Что такое? Вы слышали сейчас какой-то звук странный? Я что-то слышал, но не пойму, что... Оу, аллилуйя. Сохранились. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Не понял, что это? Босс? Смотри-ка, ну, что-то тишина. А тут что? Вау! Твою же маковку. Нифига, смотри-ка, что такое? Рукоятки на автоматах как будто под ваши руки сделаны. Автоматы. Нифига себе, ребята. Выстрелить на Б. Блин, да я круч. Так, ага, понял. У меня всего лишь 5 обоим. Ага, за один выстрел я трачу сразу обойму, типа, да? Так, я понял. Выстрелите вниз и Б. И что? Ну? Погоди-ка, ребята, а... Не понял я. Подожди. А как мне... Как мне перебраться тогда на другую сторону? Здесь ничего не меняется. Выстрелите вниз и Б. Тут у нас еще одна мина осталась. А наверх-то мне не подняться? Ну, предположим. Да ладно, вы серьезно, что ли? Да не может быть, чтобы... Чтобы тут была тупиковая ситуация. Выстрелить вниз и Б. Ну и что? Он не подлетает. Я думал, знаешь, ну как бы, как помните, в червяке Джимми. Ты стреляешь вниз, и ты немножко как бы приподнимаешься. Здесь это не работает. Так. Блин, друзья, по-моему, мне придется начинать с точки сохранения. Я до туда не перепрыгну. Кунаи у меня не цепляются, да, здесь. Соответственно, я наверх не попаду. Трындец, ладно. Будем, наверное, с вами перезагружаться. Автоматики я получил. А теперь попробуем. Да чтоб тебе, все равно задевает. Ладно, фиг с ним. Опачки. А это у нас кто такой? Ферафурия. И... Так, ребятули. Она ходит по кругу. Но у меня-то автоматы, поэтому ей тут... Хе-хе. Не поздоровится. То есть я могу ее достать в любом положении, да? Что внизу, что наверху. То есть это хорошо. Что такое? Опачки. Так. Вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Так. Она сбрасывает какую-то херню черную. Да блин, как ты перезаряжаешься долго. Так. Перепрыгиваем. Ну, в принципе, друзья, ничего сложного пока я не вижу. Ничего сложного я не вижу. То есть мы бомбим, потом она прыгает на потолок. Там она растекается и сбрасывает на нас таких же маленьких фурий. Да? Ладно, хорошо. Так, ну давай. Отлично, давай сбрасывай. Я их буду сейчас подбивать, естественно. Так, вот они, блин. Тут главное не поп... Ага, можно и вот так вот, в принципе, да. Катаной бомбить, в принципе, ничего сложного нету. Что это, я не понял, что она делает? Воу-воу-воу-воу, тихо, 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 тихо. Что там? Не... Блин, не... Да иди ты в пень, блин. Блин, эта фигня еще тут мешается мне. Так, я не врубился, я так... Фух, значит, можно перепрыгнуть, да, через нее? Так, тихонько, друзья, тихонько. Блин. Слушай, ну я так запарюсь прыгать. Сам себя подставил. Так. Короче, смотри, как получается. Вот здесь мы перепрыгиваем, да? То есть есть вероятность, что мы можем здесь выжить. Так, главное по ней попадать. Ага. Так, можно, в принципе, и наверх пострелять, да? Ничего страшного нет. Так, она успокоилась. Да ладно, у меня здоровья мало. Блин, она опять скидывает эту ерунду. Блин, попал. О, друзья мои, да, зависнем тут.
Я вот думаю, а вообще она проходимая хотя бы? Может быть, я все-таки рано сюда пришел, а? Ну, не хватает у меня, блин, здоровья и все. Вот чуть-чуть не хватает. Ферофурия, да понятно. Ладно, будем с вами придерживаться той же самой тактики, что и придерживались. Я уже просто не знаю, что еще здесь можно придумать. Я даже не знаю, сколько у нее здесь фаз. Максимум, сколько мы с вами доходили. До двух, да? На третий она нас убивала. На третий она нас убивала. Ладно, посмотрим. Может быть, нам надо просто пережить третью фазу и все. Так, уничтожаем. Ну, самая первая фаза, она довольно легкая. Вот когда он достает стволы, это уже начинается вторая фаза. Так, ну, пока все хорошо. Главное, что у нас полностью здоровье с вами. Так, началось. И, надеюсь, ты сбросишь этих гаденышей своих. Блин, все равно... Не-не-не, пока хорошо, друзья. Немножко меня подзажимают. Сейчас начнется веселуха. Погнал. Ну, в принципе, с нужной стороны он двигается для меня. Все хорошо, сейчас мы с вами... Да, отлично, друзья. Так, пока я ее буду бомбить, мы с вами еще, наверное, и здоровье восстановим. Да, я думаю, хватит нам времени. Так. Интересно, на третьей фазе что он будет делать, а? Хотелось бы мне узнать. Так, ждем, друзья, ждем. Пошел опять сброс вот этой всей фигни. Маленьких фурий. Ай-яй-яй, зажимает. Блин, вот нет такого места, где бы я мог просто постоять, передохнуть. Сейчас он начнет опять тут буянить. Так, друзья мои, третья фаза. Блин, я немножко не там встал. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, перепрыгиваем. Уничтожаем. Есть! Я... Блин, сейчас главное не лопухнуться самому-то тут. Воу-воу-воу-воу-воу, нет. Слушай, опасно стрелять, по-моему, нам наверх. Не успевай, да, маленько? Ладно, хорошо, давай тогда немножко по-другому делать. Будем в спину бомбить. Ага, в спину. А в спину мы тоже не будем успевать. Видишь, слишком быстро. Офигеть. Если еще одна фаза будет, я боюсь, друзья мои, мы не переживем просто-напросто. Да сколько по тебе бомбить-то надо, ё-моё, а ты достал уже. Психованная фурия. Блин. Это хорошо, что у меня есть автоматы. Я представляю, если бы я... Да ладно! Да ладно! Серьезно, что ли? Ё-моё. Блин. 150-я попытка увенчалась успехом. Друзья мои, ну что же, как видите, мы открыли с вами дверь. То есть надо было убить эту фурию, да, получается? Так, что мне достает? Шеф, шеф звонит. Так, подожди, шеф. Давай. Ха-ха-ха, да, вы в ударе. Нашли себе новые автоматы? Мы все заметили, что смех прекратился. Это вы, что ли? Ну, конечно, кто же еще? Похоже, это сработало, и дверь к механоиду открылась. Пора к нему заглянуть, я пометил его на вашей карте. А потом заходите ко мне в забытую подземку. Все, я понял. Так, что нам здесь достанется? Ого! Вот это масочка. А ну-ка. Ух, устрашающий такой... Устрашающий таби. Так, друзья, он пометил, да, говорит? Ага, ну, то есть, получается, мне нужно сейчас... Сохранимся для начала. Нужно идти как раз туда, где открылись ворота. Верно? А больше нам здесь делать нечего. А вот там уже, наверное, будет интересненько. Так, а после того, как мы с вами сходим туда, надо будет вернуться к шефу. Или нам сразу вернуться к нему? Пока не знаю, друзья. Блин, как же долго здесь придется нам добираться. Оу, нам опять вот это все пережить надо. Опять эти пилы, циркуляры. Да епрсте. Да, тихо. Таби, ну не дуркуй, ну пожалуйста. Не надо дурковать, я тебя умоляю. Жесть на самом деле. Так, хорошо. Тут-то у нас что? Блин, тут не легче еще. Так, тихо, блин. Хорошо, что они хоть здоровье отнимают не так много. Так, тихо. Но если мы так будем с вами периодически попадать на всякую ерунду, естественно, нас тут надолго не хватит. Тихо. Аккуратней, аккуратней.
Так, ну тут спокойно. Блин, забыл я про этого Ханорика. Он, по-моему, ребята, сейчас меня тут поймает. Он меня поймает, нет? Поймал, да? Блин, поймал упырь. Тут всего два варианта. Либо максимально быстро бежать, либо максимально быстро его убивать. Стоит. Он меня заметил, да? Нет, пока еще не видит. Ой. Так, ну что, давай как-то аккуратненько, я не знаю. Застанили. Давай, появляйся. Вот так вот. Надо просто два сюрика в него бросить. И главное стоять возле стенки, чтобы он не появился сзади тебя. Внизу маленький пройдоха-мониторчик. Причем для меня это враги самые легкие уже стали. Но тем не менее все равно могут тебя задеть. Да, нанести немножко урона. Давай проверим, у кого пушки круче. Все равно в него врезался, а. Так, тут главное не прыгать. Так, пила, уйди отсюда. Так, здесь что у нас? Так, тихонько, подожди. Подожди. Так, открыли путь. Тихонечко. Здесь перепрыгиваем. А, нам нужно наверх. Нам нужно... Ну что ты? Вот я не могу понять. Иногда он подтягивается, иногда не может подтянуться. Господи, ну... Ну, Таби, ну, давай так залетим. Попробуем, не? Раскачка. Эть. С горем пополам забрались. Так, побежали, 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 побежали. Успею. Успел. Так, здесь тоже хорошо. Так, здесь надо аккуратнее, потому что здесь в обратную сторону двигается. Так, прыгать наверх самое, да, нужно? Цепанулись. Так, два монитора. Вау, я их просто разношу со своих автоматов. Это очень нравится мне. Так, у нас два варианта. Либо пойти сюда, либо туда. Блин, тут пресс, да? Слушай, я не хочу идти здесь. Давай-ка мы, наверное, с другой стороны попробуем это дело обойти все. Да, не было... Ага, погоди-ка. Смените оружие, да-да-да. Я забыл, что здесь только с сюрикенами можно открывать кнопки. Автоматами нельзя. По-моему, я сократил себе немножко путь, или мне кажется. Да нет. Остается только лишь подняться наверх. Вот здесь, да? Давай-ка. О, молодец, Таби. Погоди-ка, я ничего не путаю. Ух, круто. Я себя чувствую просто каким-то боевиком, ё-моё. О, знакомый. Что это за грохот? Откуда у вас такие пушки? Почему у меня столько вопросов? Пушки выглядят очень знакомо. Ходят слухи о безумном старике, который вроде как использовал их как реактивный ранец. Да ладно, серьезно что ли? Стрелял под себя или что-то такое? Хорошо, что он стрелял под себя, а не что-нибудь другое делал. Так, а теперь я кое-что вспомнил. Мне, оказывается, нельзя идти влево, потому что если я спрыгну, я там уже не смогу подняться. То есть остается один вариант, только вправо, потом вверх и влево. Ну что ж, давай попробуем. Я надеюсь, у меня получится. Так, а где у нас этот длинный... Ага, вот он, длинный подъем. Так, давай-ка взлетим. Вау, погоди-ка, за мной уже следят. Так, попробуем. Попробуем, друзья, может быть... Ага, значит, автоматами я могу его подбить. Там второй прилетел. Да он сейчас тоже получит. Только пускай сунется. Но он испугался, видимо. Так, а этого могу убить? Слушай, по идее, я тоже должен этого камикадзу со своих автоматов уничтожать. Ой-ой-ой, тихо, тут аккуратненько. Бедный мой мониторчик. Так, здесь у нас надо быстро пробегать, потому что у нас в другую сторону двигается элеватор. Так, замечательно, друзья. Ну что, теперь прыгаем вниз. И вот он, в принципе, проход. Доступ к видео... Зачем? 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 Ну я же видел это уже тысячу раз. Хорошо, друзья, давайте мы туда зайдем, посмотрим, что там будет происходить. В любом случае, мне нужно идти еще к шефу. Лаборатория Мехтаби. Мы тебя прикроем, Таби. Спасибо, дружище. Мы, наконец, добрались до механоида, но возникла еще одна большая проблема. У него совсем другая непривычная схема питания. Похоже, у него в центре есть место для чего-то вроде энергоядра. И оно должно быть чертовски мощным.
Недавно поступили данные о мощных всплесках энергии в городе. Нужно выяснить, в чем там дело. Мы на вас рассчитываем. Меня построили готовым к подвигам. Я рад за тебя, парень. Это самый крутой десантный корабль в мире. Так, ну что, друзья мои. Мне поставили следующую задачу. Найти мощное энергоядро. То есть, как ни крути, мне в любом случае нужно вернуться. Так, сохранимся. Слушайте, друзья. Раз мы здесь сохранились и поиграли уже достаточно долго, я думаю, что будет справедливо, если мы закончим на этом нашу серию. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!